Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Honda Freed гибрид 2012 год в красивом сером цвете. Бензиновый двигатель объемом 1,5 литра, 88 лошадиных сил. Гибридная установка 10 кВт. Красивые литые диски на хорошей летней резине. Пробег 153 тысячи километров, аукционный балл 3,5. Имеются повторители в зеркалах. Ветровички. По салону чистый ухоженный салон, не прокуренный. Три ряда сидений, 6 посадочных мест, климат-контроль, кондиционер, штатная хорошая мультимедиа, круиз-контроль, одна электродверь, регулировка зеркал, антиюз. Мы пройдемся по КП данного автомобиля. 104, 113, 60, 96. 102, 91, 98, 90, 109, 99, 104, 121.